У нас в гостях представитель компании 21.12. Андрей, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию, с какой коллекцией вы приехали на выставку CPM? Смотрите, бренд 21.12 занимается осовремениванием классического костюма. То есть мы адаптируем классический мужской костюм под современные тренды и под современные тенденции, которые есть в моде. Мы не привозили много коллекций, мы привезли несколько изделий из наших прошлых коллекций. Это весна-лето 2019 и осень-зима 2019-2020. Потому что привозить всю коллекцию смысла нету. Всю информацию можно посмотреть в интернете, на сайте, в социальных сетях, то есть где угодно. Там можно полностью посмотреть всю коллекцию, а здесь чисто бизнес-выставка. Это выставка, где мы ищем новые точки продаж. Скажите, а где можно увидеть вашу продукцию, на каких торговых прилавках? Нашу продукцию можно увидеть у нас в интернет-магазине. Затем у нас есть точка продаж в Нижнем Новгороде и можно купить у нас в шоуруме. Бренд создан не так давно, поэтому точек продаж не так много. Какие цели и ожидания у вас связаны с выставкой CPM 2020? Ожидания самые позитивные, в принципе. Мы надеемся, что мы привлечем новых байеров, найдем новые контакты, обменяемся на какими-то интересными моментами. Обмен опытом — это тоже всегда максимально важно. И я надеюсь, что мы все это обретем здесь. Андрей, на каком стенде вы расположены? На стенде B28 в павильоне 7.2. Спасибо вам огромное.